Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Як ви можете проаналізувати умови, які тут є? Класно, чудово. Прикольно, так. Нормально. Ну, я думаю, вони корисні тим, що показують, часом ми не звертаємо на себе увагу з боку. І вони якби показують нам, які ми є. Класно. Такі приколи. Подобається? Да. Все супер, але їх дуже мало. Бажано, щоб їх було трошки більше. Я навіть не знаю. Ну я чесно кажучи, на щось велике таке не настраюся. Якщо вийде щось, то добре. Вони виховують молодь, це 100%. Ну і розрядку дають хорошу. Ввечері вже все вирішиться. Як його свято? Воно чи якось... Ну, теж якийсь духовний підйом з другого боку. Я взагалі казала, що поки маємо можливість, поки ми маємо час, це все те, що будемо потім згадувати. Через то я тільки за двома руками і ногами. Ну, я не вперше, я третій рік вже на з'їзді. Ну, і взагалі мені дуже класно. Це таке є щось таке, просто бачиш те, що скрито від всіх, те, що не всі бачать, дуже, дуже добре. Ну, це цікаво, не тільки ж там зумі служіння, бо чимось молодь має як відпочити від цього всього. Ларіса, не записуй мене, бо я тобі нічого не скажу. Ну, що заговорити? Ну, нравиться, мені кудись на цих дітей душа радується, що вони з Богом, що вони не десь, я не знаю, десь ходять непонятно де, а тут разом, мирно, дружно. Ти знаєш, восхищайся і сама обновляєшся, і сама молодіж коло них. Так добре з ними. Яка ваша думка про ролики, які транслюються тут на з'їзді? Ну, нормально. На війні, як на війні. Ну, все нормально, все нас влаштовує. Недороблено. Ми чекали, що... А так, слава Богу, нормально. Ну, трошки помінялося. В якому плані? Ну, кращому, звісно. Ну, як, мені подобається поки все нормально. Ну, якби... Подобається. Звикли трошки, мені здається, всі ролики, я думаю. Ліс, ну, в общем, природа. Такі прекрасні люди ходять, браття, сестри. Я думаю, все чудесно буде і все у нас вийде. О, приємно побачити всі лица, всіх служителів, всі вершки нашої духовної еліти, так сказати. Вот, это очень приятно. Алілуя! Акуратнішим просто треба бути. Ми відчуваємо, що ми не одні. Те, що роблять сьогодні тут, на цій конференції, це саме важливо. Пройде 1-2-3 дні, коли от, відпадуть, вибачте, всі понти оці, і ми стаємо всі в однакових умовах. І це чудово, це просто свято для молодих людей. Це що ти говорить? Чи можна взяти? Я в першу чергу, для мою думку, не просто об'єднують молодь в дружній такій атмосфері, взнаються один з одним, характери відкриваються один перед одним, просто вже не сховається, який ти є насправді. От, пізнаємо один одного краще. От, і водночас здружуємося краще. З тим така класна команда. Зразу відкриваються здібності один одного. Це тільки можна сказати, раді того ми сюди приїжджаємо. Ну, від них ростеш, тому що вони дають здорову, можна сказати, їжу, і вони зміцняють і збудовують, що можеш рухатись, можеш жити. Вот оно какое наше лето, лето ярко зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Прыгают зеленые лягушки и танцуют бабочки и подружки. Расцветает все кругом. Мы в дороге с песенкой о лете, самой лучшей песенкой на свете. Мы в лесу ежа, быть может, встретим. Хорошо, что дождь прошел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
покрыты бронзовым загаром. Ягоды в лесу горят пожаром. Лето любит жаркое недаром. Лето это хорошо. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе. Не скучно мне ничуть. Пою, когда хочу. Какой веселый я и песенка моя. Как там у тебя поется? Какой чудесный день. Смеяться не будете. А как споешь? Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я. Что-то не то. От тебе и раз. Какой чудесный день. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил. Представьте себе, не трогал и козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца. Представьте себе, прожорливая брюшка. Представьте себе, и съела кузнеца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе, такого вот конца. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Это же неспроста. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай. Mi bandito, gangsterito, mi cassetto, pistoletto, oh yes. Mi fiato, разъезжato, целый день кабриолетto, oh
Banco tresto presidente, ho grabato un momento. Oh yeah. Мы бандито, знаменито, мы стрелято, пистолето. И гражданто, убеганто, врассыпанто, престо скоро, ой, я. И зенто, режисенто, насимонто, не моленто. Ой, яс. Пожалуйста, дайте мне, дайте нам матраса, чтобы надуть ее. Пожалуйста, насосы, пожалуйста, дайте. Что за дети нынче права? Никакой на них управы. Мы свое здоровье тратим, но на это наплевать им. Нынче детям много надо, им бы танцы до упада, им бы песни до рассвета, а до нас им дела нету. Дети наши наказанье дали, им образование стали. Дети непослушные, но без них ужасно скучно. Такая-сякая сбежала из дворца. Такая-сякая расстроила отца. Отца, 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 отца. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известным всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Такого не бывает. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Ага, тогда пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады. Они ужасно рады? Постой, теперь получается, что я не иду в гости. А что же делать? Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.